4 сентября Фетисов-Арена. Впервые международный форум единоборств «Битва чемпионов» пройдет за пределами Москвы. Приготовления к баталиям идут полным ходом. Культовый киноактер, мастер единоборств Стивен Сигал может приехать во Владивосток. Звезду боевиков пригласили на битву чемпионов, которая пройдет в Фетисов-арене 4 сентября. Тем временем концертно-спортивный комплекс преображается. Площадку трансформируют в арену для боевых искусств. В данный момент идет наиболее сложная работа – монтаж светового и звукового оборудования, его электронная коммутация. После специалисты проведут его настройку, чтобы зрители «Битвы чемпионов 8» смогли насладиться всеми аудио- и видеоэффектами. Все работы идут по графику. На данный момент у нас подвешено световое оборудование, да, идет его довершение. Сейчас устанавливаем сценическое, и со временем будет, ну, установлено татами, на котором будут происходить бои конкретно.